Добрый день. Лица известно, в текущем году Россия председательствует в СНГ 9 сентября. Ни Михаил Калугин, ни кто-то иной из сотрудников дипломатических представительств России в США или других российских представителей никакого отношения к прошедшей американской избирательной кампании не имел. Доступен вам сегодня для комментариев, расскажет о, так сказать, своей практике. И это несмотря на то, что с первых моментов и с первых дней, когда его фамилия начала появляться в списках и в статьях о неких российских шпионах и неких агентах, которые наводнили Вашингтон, мы сразу дали опровергающую информацию, сразу сказали о том, что это деза, которая не имеет ничего общего с реальностью. О внешней оборонной политике – это бренд. По приглашению главы российского внешнеполитического ведомства. Планируется... Не добавляет это радости, когда твое имя полощут в СМИ и, главное, используют его в каких-то своих внутренних разборках, играх и грязной политической работе. Мы, дипломаты, нацелены на то, чтобы помогать народам дружить, устанавливать контакты. Политики нашей страны, развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами, запланированных на 2017 год. Ей-ё. Счастливо.